Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на детские смарт-часы Geozone Kit. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Эта модель выполнена из гипоаллергенных материалов. Они не вызывают раздражения и другие негативные реакции на коже. Ребенок сможет носить часы постоянно, не испытывая дискомфорта. Смарт-часы выполнены в двух цветовых решениях – розовом и голубом. В комплекте с детскими смарт-часами Geozone Kit поставляются зарядный кабель, защитная пленка, уже наклеенная на экран, руководство пользователя и гарантийный талон. Вы всегда будете на связи со своим ребенком и сразу узнаете, если что-то случится, благодаря встроенной кнопке SOS и системе аудиомониторинга. А функция будильника с самого детства будет приучать к режиму. Умные часы для детей с оптимальным набором функций, чтобы ваш ребенок и вы чувствовали себя в безопасности. Через свой смартфон вы сможете в любой момент отследить местоположение вашего сорванца, связаться с ним, а также запросить фотографию окружающей обстановки при помощи встроенной фотокамеры. На корпусе предусмотрена кнопка SOS для экстренной связи. Основными функциями этих смарт-часов являются отображение даты и времени, определение текущего местоположения устройства, расписание заданий, установка Geozone, звонки на разрешенные номера, SOS, аудиомониторинг, запрос фото с устройства, календарь, будильник. Сенсорный экран диагональю 1,4 дюйма и разрешением 128 на 128 позволит легко и просто управляться с функциональными возможностями этого смарт-устройства. Благодаря интуитивно понятному меню с этими часами сможет легко справиться любой ребенок. А влагозащита IP54 обеспечивает надежное использование смарт-часов в любом месте и в любое время, несмотря на осадки. Я проанализировала отзывы реальных пользователей и выделила основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Слишком короткий шнур зарядки. Под рукавом плохой сигнал GPS. При звонке ребенка плохо слышно. Быстро садится зарядка. В памяти не сохраняются номера телефонов. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Удобное приложение. Есть будильник и календарь. Возможен SOS-вызов. Точно отслеживается геолокация. Есть возможность звонков. Работают независимо от наличия сим-карты. Настраивается легко и быстро. Громкий звук. Симпатичный дизайн. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!